Обнаружен хладоген. Теоретически хладоген может быть использован для понижения температуры и активности ядра, если найти достаточно большой кусок, который не успеет испариться при приближении к лайнеру.
Отмечу это. Здесь что-то взорвалось, вероятно. Похоже на хвостовые отсеки, где задекларированы грузовые трюмы для перевозки синтетической говядины, молока и растительной пищи. Здесь может быть что-то полезное. Странное место, но может быть что-то полезное. Похоже на уцелевший грузовой отсек с молочной продукцией. Для перевозки молока Стоп! Судя по сигналу, неподалеку находится антиастероидная турель. Я надеюсь, вы не слишком похожи на астероид, но рекомендуется не приближаться к орудию. Данные турели могут атаковать крупный движущийся объект, даже не разбираясь, насколько ценный скафандр на этот объект надет. Это может пригодиться, если грамотно провести калибровку. Полноценная ферма по выращиванию говядины, но в декларации указаны лишь грузовые перевозки. Нет данных по проводимым исследованиям на лайнере без названия, но похоже, вместе с перевозкой пищи в этих отсеках занимались биологическими экспериментами.